Спасибо коллегам из информ-редакции. Это «Утро в Петербурге». В студии Марьяна Дьякова, Михаил Спичко. И мы продолжаем. Латиноамериканские мотивы у него в крови. В субботу в музее усадьбы Державина выступит известный российско-колумбийский певец Дмитрий Риберо Феррейра. В программе, внимание, русские романсы, аргентинское танго и, конечно же, хиты эстрады. Как удается все это сочетать в одном концерте, мы узнаем прямо сейчас у нашего гостя. Приветствуем в студии Дмитрия. Доброе утро. Спасибо. Доброе утро. Доброе утро, Дмитрий. А вы себя больше ощущаете русским или колумбийцем? Я имею в виду культурно, ментально, музыкально. Зависит от песни, которую я пою. А в жизни? А знаете, в жизни это прекрасный вопрос, и я его себе задаю каждое утро. Иногда я просыпаюсь русским басом, а иногда латиноамериканским легким баритоном. Вот пока еще не могу определиться до сих пор. Ну, это же Но на настроение это не влияет на вашу... Конечно же, влияет. Конечно, я пытаюсь... Вот когда поешь русские романсы, абсолютно другая атмосфера, чем, например, даже латиноамериканские баллады, которые, казалось, аналог русских романсов, но все-таки есть какое-то более легкое ощущение. Ну, смотрите, Дмитрий, романсы, латиноамериканские баллады, эстрадные хиты в одном концерте. Мне кажется, у каждого из этих музыкальных жанров ведь свой зритель. Да, но все-таки пьесы, которые я выбрал, они такие красивые, они такие уже считаются многими классические, что они пересекают любые границы, они просто ощущаются сердцем. Вот это вот то, что их объединяет. Вы знаете много языков. А на каком языке вам комфортнее всего петь? Знаете, конечно, как все говорят, ну, на итальянском, потому что там вот эти вот 5 гласных букв, А, О, У, Э, И, вот это вот все легко. Но, как ни странно, говорят, что у меня голос звучит красивее на русском. О, это приятно очень. Я не знаю. Дмитрий, для нас как-то более привычно словосочетание «аргентинское танго», но ведь существует, как известно, и колумбийское. Чем они отличаются одно от другого? Знаете, то, что не знают, может быть, вне Латинской Америки, во всем мире, это что Колумбия, кроме Уругвая и Аргентины, которые соревнуются, где родилась на самом деле танго, колумбийцы, наверное, самые преданные слушатели танго. И не только танцевального, но и они поют и слушают аргентинское танго. И это происходит, например, в Медельин, в городе Медельин, где, к сожалению, погиб король танго Карлос Гардель. Была авиакатастрофа. Но Медельин считается второй столицей танго, это однозначно. Это Колумбия. Вы расширяете наши знания о Колумбии. А что вообще колумбийцы знают и думают о России, о русских, о русской культуре? Есть какие-то стереотипы, может? Знаете, вот я это как-то не замечал раньше, но когда проходил чемпионат мира, я тоже смотрел новости от своей второй родины Колумбии, потому что мне тоже интересно, как наша команда колумбийская сыграла в этом чемпионате мира в России. И я всегда слышал, когда они говорили о России, это о такой великой стране во всех ее значениях. С точки зрения культуры, музыки, архитектуры. Те репортеры, которые были из Колумбии в Москве, они показывали эти прекрасные здания и в Санкт-Петербурге, и в Москве. Большое уважение к России, конечно. Вы упомянули о том, что программа составлена из классических песен. Я практически уверен, что песня, которую мы сейчас услышим, а я знаю, что это будет, это безусловная песенная классика. Конечно, это самая исполняемая песня в истории человечества. И что же это? Это «Бесаме мучо». Просим! Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, ay, bésame mucho. Tengo miedo,
tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, ay, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Después.